Вы смотрите шоу «Между двумя папоротниками», и сегодня мой гость Мэттью МакКонахи. Привет, Сэк. Оскар дают за многие заслуги. Ты удивился, когда получил его за лучшую роль? Дальше. Ты сегодня в рубашке. Все в порядке? Зак, у вас трубы текут. А, я дико извиняюсь. Сейчас почему? А может, не надо? Какой идиот установил эту систему пожаротушения? Ну, хоть лить перестань. Ты убил Мэттью МакКонахи! Он мертв? Его едва откачали, но на секунду он умер. Ты мой должник. Проедь по стране. Сними еще 10 эпизодов. 10 выпусков в интернете, и ты даешь мне ток-шоу на ТВ. Я белый мужчина натурал, я это заслужил. Мои зелененькие. Они что, похудели? Папоротники едут путешествовать! Сегодня мой гость Бенедикт Камбербэтч. Сейчас. Бенефис Секс ББ. Бенедикт Камбербэтч. Да, пусть будет так. Я читал в интернете, что ты очень закрытая и не любишь отвечать на личные вопросы. Правда ли это, и когда у тебя были первые месячные? Брэдли Купер, соавтор, режиссер и актер фильма «Звезда родилась». Кино супер. А теперь в кино попадают все тупые красавчики. Не знаю, смогу ли я все снять. У нас нет денег, и мы голодны. Пальчики моллюсков. Это что? Это как курильные пальчики. Откуда у моллюсков пальцы? Чокнемся за чокнутых. За странных. За чудаков. Просто интересно, что у вас за расстройство? Нас называют ненормальными, но мне кажется, вы что мы делаем. Привет. Обожаю твое шоу. Может, поднимемся наверх? А как же Джон Ледженд? Думаю, он дома натирает свою награду. Он так называет свой пенис? В фильме «Между двумя папоротниками». Он хотя бы будет в кинотеатрах? Не будет? Не в кинотеатрах.